Ни одна футболка не будет. Да-да-да, пожалуйста, кепочку. А Кабир! Я угораю, мать. Во втором тайме, блядь, Макар, я же говорю, я просто хочу со мной сегодня. Последний один. Давай, большой! Нет никого таблеточка? Тоже игрой выпили. Тоже мешало. Ребят, когда говорят, не пить, не работаем. Сейчас здесь, блядь, да. Зале доплачивают. Сверху закладывают. Дофен есть. Дофен есть? Да, дай, пожалуйста. Нормально, нормально. Там вроде играл человек.
Что нам? Нам еще бабки дали. Каждый бабки дали. Ну, типа, ну, кто один день бежал, типа, лишь мой. Там всякие армяне играли в спальных районах, братан, поэтому... Да, это бой. Нет, когда они ударили прям туда, блядь, мне еще сильнее. Сейчас история будет. Я прошлое лето тогда уже Я иду.
вратарь, быстро, вратарь, вратарь. Давай, 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 давай
справа будет. Ой-ой-ой! Первый, Серега, не пропусти. Хорошо. Занес, один, один. Дави, Рома. Дай середину помогай. Много, дай много. Продолжай, вдвоем, вдвоем. Сели, блин! Хорош! Хорош! Пообещал через пару часов к нам прийти. Нормально, брат. Здорово. Внимательно! Блядь, внимательно! Давай, брат. Короткий наш куда поехал? Куда? Тубник, вы знаете его. Реально? Разгоняй, разгоняй! Воу! Он поставил ногу, сам в него влетел. Дай желтая. Не-не, я уверен, что решение важнее буду брать. 17-й Воронек. Алик, убей! Алик, куда? Алик, ты заработал, давай. Статистика, статистика. Алик! Надо бегать. 20.
Лёха сказал, что переехал на Крыленко и теперь будет почаще. Ну где там? Зачем? Тебе не надо, я отнесу туда. Ну ты, я же тебе должна была. Что ты не должна была? Ну, понятно. За что? На твой стандартный набор. Он холодный, я могу тебя отнести. Это третий энергетик будет. Нет, я могу тебя отнести, ты там его на следующий раз оставишь. Хорошо. Отнести? Так ты же вчера покупала. Это я же тебе должна, который выпила, а это просто так. Потому что я добрая. Мое сердечко тронуто. Ну я дождусь. Все, я тогда пошла отнесу, положу в пакет, где все шмотки. Да, хорошо. Ну пока. Пока. Реально уходит? Она с особенностями. Убирайте дома один. Боже. Кому нравится, бросайте несу там один. Мало. Играть, парни, играть, борьба. Бей! Ты что, заходил? Я убийство! Давай.
ситуации. Поворачиваюсь, блядь. Обиженка. Нет, да, был бы фол, но ваш мяч. Джек, в этих ситуациях палишь ты, потому что владеешь мячом и ставишь ногу. Блокируешь ему ногу. Ну, я объясняю. Нормально, да? Плавно, все, отработал. Ваня в центре, а эти двое нападают.
все. Григорьев, 33. Что, Майами сегодня мертвая, мама? Григорьев, 35-е. Потом забьешь. Вы сыграли 5? Майор Деньгин. По классике сегодня?
чё? Лёха, это вопрос отыграл. А, ну да. Марин, ну не стоишь! Я уже потерял. Я уже потерял. Люди вообще там нормально было. А, да? Дома, блядь! Да, 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 раз мы, во-первых, ДКДНС подарили и духу я вина всякого. На любовь. Гранатовая, матиновая, такое сладкое дело. Я знаю, придержишь, Лёх! Линия носочки, линия носочки. Да, поставьте его на место. Мы его
написали, там перекладывали. Да, это, конечно, слушается. Кто? Некоторые. Урал там где-то дал. Ну это задница, блядь. Ваши похудели, да, вроде? Задница стыла. Задница у этого, блядь, пиздец, нам угорали, сейчас посадили его, блядь. А, это... Просто курнулся, что, блядь. Ну да, в самолете он на место выкупает. Бег! Как прошло? 12-я минута идет. Смены можно. Бабуль, блядь, плохая мамочка, да, да, она же весит такую жопу. Илья! Ваня, Ваня! Лёня, кто пас? Лысый. А Сипёнов? Андрю. 45-я минута, это не я. Попов, чё, вот это лёд. Поставим, ходи. Кто сидел? Там уже будет. Зато пас 50 уже. 6. Гей! Я думал, светлого-то покупаю. Ты вообще свистнул начало-то? Да, конечно. Давай.
А еще, еще надо. А нам не давай, что футбол, парень. Влад, доброе утро, Влад. Ты проспал, а винит другие. Та-та-та. Та-та-та. Кто дал парк? Ладно, кто дал? Игорь, Игорь, я дал. А ты где, нет, 48. Давай, Лёх, быстрее. Мне сейчас сразу отдай. Есть он. Давай на нас!
8. 8. Домой же? Скорее, попить. Ром, ром, ром. Вот так, давай, давай, двигай, двигай. Дай. Лол, какой счет? 11. А, 9-3?
Я думал, ты нормально отдашь. Спасибо. Григорий. Не высовывай.